Так. Ну, давайте, решила я замутить прямой эфир ни с того ни с сего. Время образовалось. Смотрите, какая у меня звезда есть. Сколково Стар. Готова отвечать на ваши вопросы. Hello, hello. Далековато. Ничего нет. Здравствуйте, здравствуйте. О! Часы. Прекрасно. Так, друзья, ну расскажите, как вы готовитесь к Новому году? Четкая прическа. Да, спасибо, мне тоже нравится. Еще как-то я... Привет. Стрижка классная, да. Спасибо большое. Мне приятно. Долго я к ней шла, к этой классной стрижке. Присоединить. Ну, друзья, я вот, вы знаете, я удаляю из все рекламные попытки какие-то за мой счет пропиариться. Даша, тезки, тезка, привет. Стрижка, да. Спасибо большое за комплименты, спасибо. И я хочу, кто потом будет смотреть этот эфир, собственно, что я в него вышла, я давно хотела поблагодарить вас за такую активность. Я уже ответы, мне нравится многим отвечать. В общем, такую форму, которую я выбрала, общение на моей странице, это как-то так получилось спонтанно, и видите, это работает, как выясняется. Наряжаю дом, учу с детками песни, стихи, все время вспоминаю, да. Либо красной шапочкой, либо лисой из Иркутска. Иркутск, здрасте. Даша, здравствуйте. Спасибо. Спасибо за комплименты. Спасибо большое. Ну, давайте общаться. Мне очень... А где я буду встречать Новый год? Я буду встречать Новый год в Италии. Привет из Нью-Йорка. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Классная женщина. Спасибо большое. Мой секрет красоты? Ой, ну это, конечно... Любовь и позитивные мысли. Не только эмоции, но и позитивные мысли. Лисой, да, была лисой. Есть люди, которые всегда приятно видеть. Спасибо большое, да, это правда. Италия, пожалуй, это самая такая мною часто посещаемая страна. Да, сериал «Меч» крутой, мне тоже очень нравится. Мне тоже обидно, что его больше не будет продолжения. Вы знаете, да, я счастливый человек. Я счастливый человек. В чем мое счастье? Это сложно сказать. Счастье вообще же это миг. Это миг вот такого абсолютного счастья. Но я могу сказать, что мне сейчас очень хорошо. Гармонии, дурацкое слово гармонии. Но мне сейчас гармонично и с самой собой, и с окружающими людьми, и с близкими мне людьми. Вот, наверное, как-то так. Приезжайте в Сочи. По городам, но в феврале у нас намечены гастроли. По-моему, это или конец, или начало. Да, напишу.
Не помню, не помню. Вообще без календаря, без телефона не представляю, как мы живем. Казахстан. Здрасте, будем в Алматы. Будем в Алматы. 17 января будем. Но меня сейчас не очень жалуют. Ну ничего. Так, а вам нравится, когда вас узнают? Или иногда нет? Особенно, когда у выхода берут автору и просят вас сфотографироваться. Да, мне нравится, когда меня узнают. И я с удовольствием фотографируюсь и даю автографы. Вот. Как у вас там? Я знаю, что у вас там зима, много снега. Да, Питер, ближайший Питер будет 20, как я плохо помню даты, 20. Не уверена. Не уверен. Спасибо, конечно, за приглашение. За предложение. Какие заведения? Ой, вы знаете, я вообще не по заведениям. Я вообще такая домашнее животное, как мои кошки. Просто так шляться по Москве не люблю. Шалом из Барселоны? Хорошо, шалом в Барселоне, тоже шалом. Здравствуйте, здравствуйте. Да, Еджан, здравствуйте. А где вы тогда применяете свой талант? Ну, в общем, я в театре работаю, да. Плюс я еще учусь. Вот вчера как-то мы выступали. Ну, потом расскажу, мне неважно. Мурманск передает привет. Спасибо большое. Пятигорск и Сентуках в ближайшее время нет, но мне очень нравится Пятигорск. В Сентуках не была. Латвия, спасибо большое. Латвию люблю. Да, готовить очень люблю. Готовлю, практически каждый день готовлю. Про мою учебу. Учусь я в школе управления Сколково на Executive Coaching. 8 модулей. Начала в апреле, в январе последний модуль, в марте экзамены. И получу я сертификат, что я буду профессиональным коучем. Так что, пожалуйста, кто хочет прокоучиться, обращайтесь. С Флюровым Эдиком давно не виделись. Иркутск, здравствуйте, хочется на Байкал. Где? В Мурманске, конечно, полярная ночь, понятно. Вы знаете, нет, пока Германия не планируется, моя дочка прекрасна. Спасибо большое, собираемся в следующие выходные на каток с моими детьми и детьми моего мужа. Как вам нравится так выглядеть? Сердечки пошли, сердечки. Спасибо. Третий сезон Самары. Нет, не планирую третий сезон Самары. Нет, не планирую. Очень удовольствие. Спасибо. Я работаю над этим. Просто так ничего не бывает. Какое кино любите? Хорошее. Хорошее. Но я и сериалы с удовольствием смотрю. Сериалы я с удовольствием смотрю. Ой, вы знаете, сейчас у меня, честно скажу, с уходовой косметикой сейчас так трудно. Я пользуюсь косметикой с ретинолом. Не хочу рекламировать, поскольку если бы имела контракт, то сказала бы название. Ну, в общем, это такая косметика, такой пилинг.
В каком городе? Я в Москве. Позитивно, спасибо. Я сначала видела, почему-то противно. Когда будет зима в Москве? Я тоже соскучилась по снегу, с одной стороны. С другой стороны, такой прям слякоти нету. И вот даже я... Солнца нету. Когда зима, тогда солнце. Спасибо большое. Как зритель. Вы знаете, в театр как зритель нет. Не часто я хожу в театр как зритель. Боюсь я. Боюсь разочарований. Боюсь. Из Минска. Минск, привет. Кто мой муж? Прям вот так вот. Ну, вообще, я как бы не скрываю. Ну и не... Выгляжу, во всяком случае, спокойной женщиной. Спасибо, если это видно, то это хорошо. Слушайте, как из Минска много. Спасибо, Минск уже, по-моему, четвертый или пятый привет из Минска. В Ульяновске пошел снег. Круто, ура, поздравляю вас. А, да, ну я тоже как будто с вами просто болтаю. А, спасибо большое за счастье. Самара, да, здравствуйте, Самара, Самара, здравствуйте. С безумной поступки в студенческие годы. Ой, у нас было тяжелое студенчество, 90-94. Поэтому про безумные поступки как-то я даже так и не скажу. О, Новосибирск еще раз, спасибо. Искусственная елка. Люблю украшать елку. Спасибо большое. Айда на Барселону. Нет, в Италию. Хотя у меня в Барселоне живет моя ближайшая подруга, моя одноклассница. Все время меня зовет. Опять Минск. Здрасте. Привет из... Я уже выкладывала, что я выпустила спектакль в театре Антона Чехова. Леонида Трушкина, на всякого мудреца давно простоты, под руководством театра Антона Чехова, под руководством Леонида Трушкина. Ну и у меня в 20-м году в общем, случайно было. Я просто увидела картинку, которая мне ужасно понравилась. Там была девушка вот со стрижкой пикси, как у меня. И я пришла к мастеру и сказала, показала картинку и говорю: «Роман, хочу вот так». Он говорит: «Круто, я согласен. А какой цвет?» Я говорю: «Ну, вот этот цвет уже на ваше усмотрение». Николай Еременко-младший, да, я с ним снималась в «Бригаде». Хороший, как мужчина и как партнер. И сцена была снята вообще одним дублем. Если посмотреть сцену, которую мы с ним снимали, она была не одним дублем, а одним планом. То есть там даже вообще нету мне лет уже такой. Игорь, привет! Тебе можно на «ты». А вот незнакомым людям, я, честно говоря, не понимаю, почему на «ты» обращаюсь. Глаза, зеркало души, да, это Чехов еще сказал, да, правильно, Чехов? Или нет? Уфа, привет. Как планирую встречать Новый год?
кто в прямом эфире. Ну, хорошо выглядеть, спасибо. Спасибо, мне приятно. Ну как, ну я же уже говорила, я бегаю каждый день, я этим занимаюсь. После бега, а не каких-то косметических, как это называется, процедур. Я вообще не помню, когда последний раз была у косметолога, вот клянусь вам. Я бегаю 4 километра каждый день. Вот. А, часы показывают убавляющиеся. Теперь почему так модно выглядит? Я персик. Здравствуйте, да, вы моя активная подписчица, я вас помню. Да. Но я же в прямом эфире. А часы перевернуты. Сейчас 25 минут седьмого. Зодиакальные знаки, что... Да, я верю. Так, вы сейчас у себя дома. Там. Мне очень понравился спектакль на посадку. Спасибо большое, спасибо. Мне тоже нравится его играть. Я хулиганю и получаю от этого удовольствие. Витебск. Нет, не планируется. На ПМЖ в Италию? Да нет, вроде пока. Сибири, Армения. Да, я вас тоже помню, вы моя поклонница, я тоже вас помню. Спасибо. Обязательно на бумажках пишем желания, на салфетках, потом поджигаем, бросаем в бокал шампанским под звон, под бой курантов. Сейчас без тени иронии, я, конечно, очень стремалась, извините за такой жаргон, но что я из Кулково, потому что вроде это бизнес, но это очень интересно, и вообще образование... Это очень круто, поэтому зайдите на сайт, там потрясающие, потрясающие с разным опытом, ну, очень интересно, совершенно другой круг общения. Почитайте. Сочи, здрасте. Традиции на Новый год, да, вот загадывать желание и жрать салфетку, запиваю шампанским. Здравствуйте, Украина. Ой, хотели попасть на коучинг. Ну что, пишите. Здравствуйте. Конечно, выпивать шампанское по обоим курантов, загадать желание под Новый год – это святое. Кубанский казаков не успел прочитать, выучили. Так, учим текст мы очень быстро. В сериалах учим текст просто вот так. Вот так вот. Елена Шлапкова все время мне пишет Даша. Да, здравствуйте. Что там про кубанские казаки было, повторите, мне прям интересно, что это был за вопрос. Приезжайте на Украину, я в базе миротворца, пока миротворец не почит в бозе, видимо, не смогу я. Вредные салатики, конечно, позволяю. Конечно, позволяю себе и вредные салаты, и сладкое иногда позволяю. В Омск пока не собираюсь. Кстати, майонез я люблю. Привет, здрасте. Майонез я люблю. Эффект прозрачных глаз? Не знаю. Мне кажется, что это... Пишите сценарий, да, давайте.
английский язык. Месяц уже не занимаюсь, забросила Даша плохая. Skyeng, я занимаюсь Skyeng, есть такое приложение. Дедом. Название не было. В прямом эфире иногда транслируют спектакли. Да, надо смотреть на сайте театров. Так делают, так делают. Уралу рукой, пожалуйста, помахала. Мне особенно приятно Уралу махать рукой. А это за Уралом. Где кошки? Кошки! Спрятались кошки. Чуваши, здрасте. Я не ношу линзы, типа линзы блестят. У меня тьфу-тьфу, со зрением все хорошо, поэтому ни линзы, ни очки. Севастополь, здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо. Да, вот, надо себя как-то поругать, Крылацкого от Марии Пшеничной, вашей постоянной подписчицы. Спасибо большое, Мария Пшеничная. У вас губы, они такие, как небо. Небо летнее, теплое. Сколько кошкам лет? Значит, Иве, Буси 12, а Иве 11. Волгодонск, здрасте. Так, ну что, может уже заканчивать? Как-то вопросы закончились. Спасибо большое. Украина, здравствуйте. Ростов-на-Дону, привет. Я люблю ваш город и была совершенно потрясена, когда увидела, как у вас растут ирисы, мои любимые. Одни из трогать свои волосы. Классно выглядит. Привет из Краснодара. Но я же вижу себя, понимаете? Я вижу, что мне там что-то там торчит. Я раз увидела, потрогала. А когда не вижу, то не трогаю. Вас это раздражает? Не смотрите. Что там был какой-то вопрос? Не увидела. Верю ли я в судьбу? Я верю и в судьбу, и верю в то, что человек может... Спасибо, я тоже желаю всем здоровья, тоже желаю всем, чтобы мы берегли своих близких. К Новому году, ну как подготовилась? Нет, еще, скорее всего, не подготовилась. В каком сериале меня можно увидеть? Ну, спеть песню про колокольчик. В лунном сиянии снег серебрится, вдоль по дорожке троечка мчится. День-день-день, на фитнес не хожу, бегаю. День-день-день. Чего? Можно сигну, Дарья? Не поняла. Колокольчик звенит, этот звук о любви говорит. Все, спела. На Красной площади, кстати, еще не была, вот украшенной. Но надо бы, да, съездить. Ну, потому что «День рождения буржуя» – это был первый сериал, который принес мне узнаваемость, вот так скажем. Какой подарок на Новый год? Вы знаете, я очень спокойно к подаркам отношусь. Что подарят, то и хорошо. Спасибо большое. В Сибирь, в Омск. Да, сколько мне лет? 47, да? Нет, 48. Да, подождите. Я 72-го года рождения. 47. Сколько мне лет? Посчитайте. Сейчас 2047. Что же я себе прибавила-то? Цели и планы? Нет, не пишу. Ежедневник не веду. Вот дневник пора опять. Я вела дневник, а потом забросила это дело. А вообще-то хорошая тема дневник. Рекомендую. Надо бы его начать вести. 47. Спасибо большое. Конечно, 47. Я все время себе прибавляю. Я был смешной. Смешной случай, когда мне исполнялось 40...
4 я была уверена, что я, что мне исполняется 45. Не знаю, я почему-то себе Белокуриха. Нет, я на Алтае вообще не была, это моя мечта. Вот, может быть, я себе загадаю на Новый год поездку на Алтай. Следующий год мой 100%. Крысы. Сорок семь, да, спасибо большое. Как я стала актрисой, ну я мечтала стать артисткой. Мечтала, но я выросла за кулисами театра на Таганке. У меня дедушка была актер, мама артистка. Я вся была пропитана вот этой театральной средой, поэтому я, конечно, хотела вот этого тоже всего. Аплодисментов, спектаклей, популярности. Мне кажется, за этим-то приходят в артиста, а все остальное, все уже потом приходят какие-то высшие цели, которые потом, в общем, возникают, что актерство – это не просто популярность, аплодисменты и известность, это что-то еще и другое. Я бы не советовала стать артисткой, вы знаете, это очень зависимая профессия. Я замужем, очень зависимая. Сейчас такое время, надо чем-то заниматься, чем-то объективным, который, где вы сами будете понимать. В общем, вы сможете держать судьбу в своих руках. Артистка – это… Нет, не делаю я пластику. Артистка – это профессия, которая зависит, вот видите, я даже руки как скрестила, к сожалению, от других людей. Я дома, поэтому не советую я артистку. Спасибо большое. Спасибо. Я права, не знаю на что. Вы поступали на актрису театра и кино. Все вузы выпускают артистов театр, драмы и кино. У нас диплом артист театр, драмы и кино. Все театральные вузы Москвы. Мое утро начинается с пробежки. Опять со мной на «ты». Вот почему-то восточные люди все говорят на «ты». Мужчины. Так странно. Опять. Вот теперь женщина. Может, мы знакомы, конечно, опять на «ты». Какую книгу прочитать? Прочитайте «Щегол» Донны Тартт. Мне понравился. Я буду, как Дарья Поверенного, дочка. Ну, передайте ей привет, но, не знаю, артистка это так все. Сложно. Какие буду сниматься, я не знаю. У меня пока пауза с кино на будущее. Ну, так, Сослан, мы же знакомы, может быть. По такой маленькой аватарке не могу понять. А, кошечка. Мы были во Владивостоке, вот буквально 2 месяца тому назад. Врачом? Нет, никогда я боюсь крови. Ой, Лондон, один из моих любимых городов. Привет. Не знаю. Мой совет – миллион раз подумать, надо ли вам это. Миллион раз. Потому что артистов, как собак нерезанных, а хороших артистов очень мало. Как и хороших режиссеров, как и хороших сценаристов, как и хороших операторов. Поэтому… В «Мече» было сниматься непросто, потому что был тяжелый график, достаточно тяжелые условия. Что такое, как были, не поняла. В любви признавались многие, но кто-то признавался, да, я уже взрослая девочка. Спасибо, да, мне тоже нравится наш спектакль с Верой Валентиновной Алентовой. Спасибо большое, мне приятно. В Оренбурге была. Мое любимое занятие в свободное время. Так, духи. Нирмала Малинар. Вот мой любимый запах. Меч супер получился. Да, мне тоже нравится меч. Самодисциплина всегда была присуща. Я была дисциплинированная всегда. Да, но сейчас, видимо, и сейчас мне это очень помогает. Это качество мне очень помогает. На Байкале была, хочу еще. Что Инстаграм принято всем на «ты». Нет, никаких «ты», нет, я против «ты», я на «вы».
Спасибо. Что больше всего люблю в людях? Честность. Чтобы вам сложно сниматься в фильме «Меч врача», не поняла вопрос. Спасибо большое. Спасибо вам за теплые слова, это действительно приятно. А меня никогда не дублировали, я дублировала несколько раз. Да, я тоже люблю сериалы Илюхи Куликова, он один из лучших сценаристов. В горы не ходила, походы терпеть не могу, не могла. Переводчицей я хотела быть, если не артистка, то хотела быть переводчицей. Игра, да, сериал, энергию, в чем, спорт, общение. Эфир, хорошо. Так, а не пора ли заканчивать? Сколько он уже идет? Кстати, говорит, sorry about. С Толстым отлично, правда, Толик Журавлев. А мы, кстати, с ним и пробовались, и нас же и взяли сниматься. Бурятия, здравствуйте. Не была в Бурятии. И от ваших друзей мне привет, спасибо. И вашим друзьям от меня привет. Каспийск, спасибо. Стрижка, спасибо. На актерский, но мама против. Мама умная! Аватар какой-то маленький. Но раз мама, значит, девочка молодая, значит, могу сказать на ты. Мама твоя права, подумай миллион раз. Так, Прохор Дубравин, да, тоже язык. Английский! Только и все. Нет, не пора. Не пора уходить. Так, ну, сколько уж я уже в эфире-то? Минут 15 есть. Минут 20, наверное, если не больше. Как артисты... вот больное горло. Это история. У меня несколько раз было такое. Ну, моя профессиональная болезнь, ларингит. И несколько раз пропадал голос. То есть, когда заболеваешь, у тебя садятся связки и пропадает голос. И несколько раз было такое как раз в день спектакля. Что мы делаем? Есть поликлиника Большого театра, куда приезжают... Пропадает. Голос прав, что-то мне там про щечки сказали, какие-то у меня щечки появились. Щечки у меня никуда и не пропадали. У меня всегда щечки. В Джамайке. Сложность в Джамайке, я уже не помню, честно говоря. В тюрьме, наверное, мы же снимали в настоящей тюрьме. Там было не очень найс проходить через... в Сколково. У меня экзекьютив коучинг. Это не трудно. Там 8 модулей по 3 дня, 3 дня в месяц. И, как правило, это выходные, пятница, суббота, воскресенье можно найти. Спасибо и вас тоже с наступающим. Спасибо за эфир, пожалуйста. И вам спасибо за эфир, за ваше внимание. И тоже вас всех с наступающим. Какие-то мне вопросы. А что это такое? Какие-то мне там пришли вопросы. Стрижка моя называется Пикси. Пикси. Стрижка Пикси. Как дела? Дела хорошо. Да, Пикси, правильно. Ну, давайте так, еще 5 минут. Благо, время у меня есть. Я побуду в эфире. А может быть, раньше. В сериале или в театре, где сложнее текст учить, зависит от материала. Если классика, то классику сложнее учить. А вот такой разговорный текст, нечего делать. Спасибо и вас тоже всех с наступающим Новым годом, Ставрополь, спасибо большое. Джамайка, да, интересно. Спасибо, у актеров сложный график, да, мне понравилось, как Макс Виторган сказал, что артисты жалуются в двух случаях. Как проходит мой день? По-разному. Я прекрасный диктор. А где я диктор? Вот сейчас, что ли? Минск ждет вас, Минск. Но в Минск пока я тоже не собираюсь. А, да, бывало такое, что забываешь текст. Конечно, бывает.
что я прям завишу от еды. Нет, я научилась не зависеть от еды. А, прекрасный эфир веду. А что, это тоже искусство вести эфир? Не знала. Во Владимире, во Владимир, по-моему, даже на следующем году во Владимир поехать. Когда пропал и был ли он вообще? Страх перед публикой? Вы знаете, нет, страха перед публикой нет, есть волнение, и оно никуда не пропало, оно всегда есть, просто я это волнение как бы переворачиваю себе на пользу. Какой у меня вес и рост? 1,70-1,50 м. А в Калининград? Калининград нет, пока не собираюсь. Я снимаюсь в кино с 91-го года. А в Сочи? В Сочи поедем в феврале, по-моему. Мурманск? Нет, пока не планируем. Пока не планируем. Спасибо большое за эфир. В Иркутск тоже пока не планируем. А Казань? Казань? Казань когда? Ой, собаку, я кошатница. Я люблю собак, вообще я животных люблю, но я кошатница, у меня всю жизнь кошки, с 4 лет у меня кошки, вот всю жизнь. Так, опять я не увидела. Классный вес для роста, да, правда, это правда. Бывает, сидят двух слов, не могут сказать, а у вас шикарный эфир. Что, серьезно? А зачем тогда выходить в эфир? Кошки. Кошки дома остались. Мои дети. Пермь. Пока нет. У меня сегодня день рождения. Александров, лайф. Я вас поздравляю. С днем рождения. Будьте счастливы. Да, я провожу мастер-класс. Но это не совсем актерское мастерство. Может быть, это будет следующий мой этап. Саратов не знаю, в Сургуте была, в Карелию приезжать, Карелия очень красивая, спасибо. Казахстан 17 января. Что любите готовить? Ну, я вообще люблю готовить, но больше всего люблю супы. В Владикавказе была. Ой, чего забрасывала? Не поняла. Таких отношений с дочерью. Ну, потому что я всегда ее уважала. И всегда к ней относилась, к человеку, который не глупее меня. И всегда на равных мы с ней были, мы очень много разговаривали с ней, все обсуждали. И я всегда старалась ее понимать, и всегда ей говорила, что я тебя понимаю, твои проблемы я понимаю, почему ты так думаешь, почему ты так поступаешь, я понимаю, но ты и меня пойми. Ну и как-то нам удавалось договариваться. Что такое фан-встреча? Есть планы на фан-встречу? Не знаю. Вот Оксана мне говорит, здравствуйте, а я уже сказала, что я буду до 18:45 в эфире. Я уже собиралась говорить до свидания. Жаворонок-Лесова и жаворонок-Косова, и то. Ульяновск, не знаю. Так, давайте какой-нибудь еще вот самый крутой вопрос, на него отвечу. И с чистой совестью выйду из эфира. Много хорошо, тоже плохо. Сколько лет моей дочери? 27. Она меня младше. Спасибо за эфир. Пожалуйста. Когда следующий эфир? Не знаю, я в этот эфир вышла спонтанно, я не собиралась. Нет, мой муж, слава богу, не актер. Желания нет, еще не придумала. Израиль, здравствуйте. Здравствуйте. Была, правда, один раз у вас в вашей чудесной стране. Собираюсь еще. Спасибо большое. Я вам всем желаю удачи. Всем с наступающим Новым годом. Хорошо завершить этот Новый год. И вам всем большое за эфир. До новых встреч.